Доброе утро, друзья! И я хочу показать то место, где сейчас проживаю. Пожалуйста, это Куста Клаб, то есть это дайвинг клуб. Это вот такие частные апартаменты, вилла без звезд, и мне здесь очень нравится. То есть это частный сектор. Пройдемте, пожалуйста, за мной. Сейчас утро. Привет! Еду в Россию, уже очень соскучилась со своими родными, близкими, друзьями. Вот здесь можно расслабляться вечером, кушать. Или вот здесь, например, сидеть. Здесь есть мангал, вода. Да вот так вот, все по-домашнему. Можно отдыхать здесь, можно отдыхать здесь. Кстати, в каждой квартире. Вот здесь. Просто обратите внимание. Можно валяться, расслабляться здесь. Тоже так прикольно. Да, как-то так. Как в Египте или Турции, да? Ну, в общем, прикольно. Посмотрите, гитарка есть. Вот, то есть может запросто сидеть компания, если кто-то умеет играть, петь. Можно друг друга радовать этим. Вот такой небольшой цветник с пальмой. Здесь опять-таки тренажер можно заниматься. Вот, круг можно покрутить. Ау! Круг не надо крутить, его уже перекрутили. Вот, вот это. Теннис, кстати, очень люблю играть в теннис. Вот ракетки с шариками. Ну и бассейн. Бассейн, кстати, работает круглосуточно. Потому что это частные апартаменты. Тут никто ничего не запрещает. Вечерком можно вот здесь просидеть. А можно днем кто-нибудь забирать. Бассейн вечером очень красивый, потому что здесь постоянно меняются цветные подсветки. Раскладушечки, столик, диванчики. Ну, вот такое вот место Куста Клаб. Ну и хочу показать внутри. Пожалуйста, сюда и вот. Сушилки сушить белье.